В эти выходные завершился второй этап общеобластного субботника. Центральной площадкой Орехово-Зуевского района, как и в прошлый раз, стало Давыдовское сельское поселение. Второй массовый субботник в районе оказался в разы успешнее, чем первый. 22 апреля привести в порядок свою малую родину вышло порядка 11 тысяч человек. И это только по официальным данным. Самой большой площадкой чистоты вновь стал лесопарк у озера Гора в деревне Давыдово. Сегодня мы сможем действительно навести порядок как минимум вот в районе озера Гора, а в других местах тоже люди не покинули. Я думаю, что они откликнулись на призыв и вышли, выбираться будут. Так что за сегодняшний день я Подмосковье, думаю, станет еще чище. В каждом поселении определена центральная площадка. Мы сейчас находимся на центральной площадке района. Мусора здесь предостаточно, поэтому мы сначала думали, что немного. Нет, оказалось, здесь мусора на всех хватит. Все, что будет, мы увезем именно сегодня, прямо на полигоны в Шатуру. На субботник пришли как сотрудники администрации, так и простые жители. Также в уборке Орехово-Зуевского района приняли активное участие более 250 организаций. Сегодня на субботник приедут ДРСУ, газовщики, Мосэнерго. Ну и просто наши жители. На субботник, как на праздник, работники тоже все поддержали, никого заставлять не приходилось, все изъявили желание навести порядок в своем поселении. Единый день чистоты никого не оставил в стороне. Даже спасательные службы вышли на уборку территорий. Сегодня проходит всероссийская акция «Чистый берег». Проходит она каждый год. Соответственно, она направлена на повышение экологической культуры населения, подрастающего поколения. Соответственно, чистый берег – это безопасный берег, а безопасность граждан превыше всего. За хорошую работу всех участников субботника ждала награда – каша с полевой кухни. Вкусный обед на природе стал прекрасным завершением второго дня чистоты. Остается надеяться, что гости и жители района оценят труд добровольцев и не сведут его к нулю уже в эти майские праздники.